Меня убили дядю. И ситуация, я на похоронах, вижу своего дядю в открытом гробу. И, к сожалению, ему сделало плохо вскрытие. И было видно, как его шили голову. Видно было кусок кожи, обмотанный капроновой ниткой. Увидев это, молодой юнец я, мне стало плохо. Я вышел на улицу. Бабушка, заметив это, подошла ко мне. И говорит: Рома, говорит, мы пойдем сейчас к дяде, вернемся, чтобы он забрал твой страх от мертвых и от смерти. И, значит, возвращаемся мы обратно в комнату, где лежит мой дядя. Моя бабушка берет мои руки, хватает его за ноги моими руками и говорит: держи его, пока вот страх не пропадет. И я стоял так, наверное, часа пол и просил дядю о том, чтобы он забрал мой страх перед смертью и перед трупами. И после этого, как бы, я больше не боюсь ни одного, ни второго. И бабушка мне еще сказала такое: бойся живых, а не бойся мертвых. Как-то вот так вот, ребята.